6 лет тюрьмы получили 2 жителя Трау за организацию финпирамиды под видом потребительского кооператива «Казхом». Организаторы предлагали гражданам внести деньги в компанию и обещали обеспечить людей недвижимостью. Как сообщили в агентстве по финмониторингу, во время досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлекли порядка 300 вкладчиков, из которых только 35 человек подали заявление. Сумма ущерба составила более 49 миллионов тенге. Уважаемые граждане, при инвестировании средств необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм-бот «Байка пирамида». Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид. Будьте бдительны и не вкладывайте свои накопления в сомнительные финансовые организации.